Так, всем здорово, пацаны. Вот так неожиданно начинается серия. Деньги 3 300. Оп, подтверждаем. Покупаем ей 60. А пацан, я сейчас вам такую историю расскажу. От души. Спасибо. Спасибо. Пацаны, если надеюсь, это М-ка. Да. Пацаны, сейчас такую историю расскажу. Давайте сейчас снимем денежки и поподробнее. Короче, пацаны, всем здорово, забыл поприветствовать вас. Так как вы поняли, по началу ролика я купил E60 себе, да? В виниле 3.3. 3.3, вы понимаете? Ой, извиняюсь. Стояла, короче, E60 на БУ, да, с номером HER 398 или 97, я не помню. Я думал, короче, монитор открепился, ладно. Я думал ее купить, но потом посчитал, что это в тюнинге, тюнинг выйдет около 5 миллионов, да. Я такой думаю, блин, а зачем париться, пойду куплю с рук. Но сначала я хотела в 90 очень, потому что бандиту Алексею и Март. Всем привет, короче. Короче, не хотел я купить. 9000 пробег. Кстати, да. И целая, видите, по двигателю. Вот. Стояла, короче, белая BMW 60 на номере. Короче, номер там дичь был, да. И он, пацан такой вообще неприятный стоял. И пишет, типа, я спрашиваю, типа, сколько. Он такой, 3.3. Ну, фулл тюнинг, и она была белая на торусах. Он такой, 3.3, я такой, давай за трешку. Он такой, нет. Ну, я такой, думаю, ну ладно, фиг с тобой. Стоит, потом приехала вот эта E60 возле него. Я спрашиваю пацана, сколько? 3.5. Я такой, 3.3 беру. А тот пацан на белый уже говорит, все, давай, давай. А передайте мне на белый E60, он говорил, типа, будешь торговаться, я тебе еще цену, типа, больше напишу. Я такой, ну пошел ты. А потом пацан этот пишет 3.5, говорю 3.3, он такой 3.4, такой 3.3, беру ему и налог. Он такой, окей, а тут пацан уже бежит мне предлагать обмен. Я такой говорю, не-не-не, спасибо. Хотел, не хотел продавать, так не хотел. Так, почему я заехал сюда, я хочу диски поменять, они мне очень вообще кайф идут, вообще сюда. Вот такая вот, короче, история, пацана надо как-то не обнадежили. Так, вот, где-то здесь были новые диски, мне прям вообще так зашли. Вот эти нет, не хочу сюда, тем более, вот. Вот такой, воссаны, блин, воссаны сюда идут. Воссаны, пацаны, 20-е воссаны. Торусы не очень, это не очень, 360 нет. Нет. Вот, кстати, вот эти. Более-менее. Вот, нет. Вот эти, кстати, норм. Но черные не очень. Черные более воссаны сюда. Опа. Вот эти, кстати, прикольные. Хотя с полочкой нет. Лям, нет. Дичь. Вот это мне не очень нравится. Вот эти более-менее 620. Нет, самое больше мне воссаны. Вот. Где-то. Мои бывшие колеса с первой смотри. Нет, не хочу я их. Давайте воссаны. Я вообще на первой смотре хотел белую E60 на воссанах. Вот. Так что такое? Так, давайте повыше ее сделаем. Изменим развал, вот это все. Покупаем за 300 тысяч. Вот. Смотри, какая шайка у меня. Вот тут вообще 309. Можешь продать дрифтит вообще. Я все понимаю, но это уже зашквар. Так. Давайте еще заедем, посмотрим в тюнинг, хотя здесь тюнинг есть, стоит, не буду, давайте, садитесь, не буду. Так, вот, поехали, короче, сейчас покарасим ее, вот. А, ну Степан, конечно, лучшее место выбрал, сори. И поднимем, наверное, ее, вот, прыгай, оп. Все нормально. Чиповка здесь более-менее, кстати. Да, мне как бы понравилось. Так. Вот, давайте ее поднимем. Подвеска 0.1, 0.15 всегда ставлю на все свои автомобили. Но здесь я чувствую, надо и побольше. Давайте 0.2 хотя бы. Вот.
Не, ну я думаю, вообще на виниле за 3.3 фулл тюнинге на диско, считайте, она еще была на тонере, т.д. и т.п. Я думаю, го, я тебе подарок сделаю. И, пацаны, как вы думаете, почему я установил ролик? Да, потому что следующий там, короче, пойдет, что мы поехали в винил, и меня кихнуло, но вы это все потом увидите, все подробности, да? Про три монитора написал, типа, подарю тачку, но после серии. Но прикол в том, что после серии он вышел с сервера, и так мне не подарил. Я уже заходил 3 дня на сервер, писал ему, вернее, не писал, я тупо посмотрел, есть ли он в онлайне или нет. Его не было всегда в онлайне. Так что, если там хочешь что-то подарить, то напиши мне там БК, там ссылочка в описании, ну, ты понял. Давай после серии и подаришь. Так, вот. Просто монитор еще подарок не хочет сделать. О, главное, чтобы я сейчас снимал. Я хотел тип серийки, я запишу отдельно. Вот. Давайте заезжаем, пацаны, в винил. Я думаю, вот покрасить винил вообще в другой цвет. Власти, пацаны. Леха. Все. Так, короче, лимон у нас есть, вот, акриловый, матовый, кстати, прикольно, цвет металлик, нет, а вот хамелеон, ну такой, а вот хром винил, чё, ничего, а вот прикольно смотрится против акрилового, вот, я, короче, делаю хром, цвет кузова, а если красный сделать? Отменить. Ладно. Кузов, покраска. Так, прикол. А прикол в чем? Бренд. Смотрим, та бренд. Редактировать цвет надо. Это черный, я понял. Вот. Отмена. Вот этот кузов, наверное. Вот это. С. Нет, красный не очень, если честно. Давайте белый сделаем, как он был, сток. Вот. Хром! Прям вообще найс. Люблю, когда у меня вылетает и снимает 15 тысяч, прям обожаю. И, пацаны, я просто нажал случайно кнопку удалить винил. Я надеюсь, он не удалился. Если удалился, это будет просто фейл года. Фух. Заспавнилось, я уже прям... как это по-культурному сказать, мне лучше не буду говорить. Я прям уже думал, все, хана винил. Ну такое. Ладно, пацаны, я опять еду в ЛВ, потому что меня там ждет Степан, монитор, Леха и остальные пацаны, которые. Мне вообще монитор должен тачку подарить, так что отправляемся туда. Вот, пацаны, меня ждут. Наверное, это. Не Криптон, это левый. Мучо, это левый. И вафи, короче, ладно, не ждут. Лол. Ну ладно. Так, пацаны, что я хотел сделать? А, хром? Вот, найс. И хотел я добавить наклеечку. Ты что, опять вылетит, что ли? Не, пацаны, нет, ладно. Давайте просто купим цвет хром. И все, сохраняем и оплачиваем. Все. Пацаны, вот такая вот хромированная BMW E60 у нас вышла. Ставьте лайкос, если вам вообще нравится. Такое прям... Я прям не пожалел своих 3.3, что я за них отдал, еще диски. Прям вообще сочно. Вот, пацаны, посмотрите, какой кадр вообще сочный с этой BMW. Вообще full тюнинг, еще, кстати, грамотный, не тот колхозный. Винил, диски воссаны, вообще хром. На светле, на солнце он вообще более яркий, задний карбон. Номер мы еще поставим. Вот. Они... пробел, вот, смотрите, как на солнце он переливается четко. Тонер, только он, конечно, надо его перетонировать, вот, и будет нормально. Ставьте лайкос, подписывайтесь на канал, ждите новых серий. Да, пацаны, хотел сказать, что 1000 подписчиков на моем канале, и будет большой конкурс, так что подписываемся на канал. С вами был Эван, всем удачи, пацаны, и всем пока.